это возвращение джедаев. Нас опять ожидают, мир у наших ног. Ну что, поджигаем? Все не просто так. В моих словах конкретность. Засунь себе поглубже свою политкорректность. У меня нет задачи подбирать себе ключ. Я мужик, я угрюм, волосатый, вонюч. Читал в желтой прессе, как низко я падал. Забей! Передавай по кругу батл. Здоровый образ жизни, элементарно, Ватсон. Трэш и угар, я люблю развлекаться. 100 лет веселья, что это было? Мы съели путь соли, я и Данила. Джей уже в могиле, спи спокойно, друг милый. Чуви, да пребудет с вами сила. Мы рыцари, джедаи, мы борцы со злом. Нехорошие люди, разрази их гром. Мы рыцари, джедаи, мы борцы со злом. Нехорошие люди, разрази их гром. Помнишь, как бодрили дискотеки прошлого века? Сейчас стул, компьютер и нету человека. Придурки засоряют сеть, поймал бы, дал бы в ухо. Люди поумнее не пишут в гостевухах. Смешное расстояние, 4 электрички. Сигареты есть, но кончились все спички. Это наш хвост, и он меня достал. Смотри, смотри, Данила, не переключай канал. Это формат, я тут не виноват. Цензуры нет, зато есть гребаный формат. Нафиг нужно раздавать натужные респекты. Фирмы грамзаписи убивают проекты. Многострадальный мастер не врубону на тейбл. Полная фигня, легче сделать свой лейбл. Что ты думаешь? У меня 1 000 000. Я записал 150 пластинок, и я не нищий. И я этому рад, я не лезу в чемпионы. Если нет сигарет, то я ищу окурок. Мы рыцари, джедаи, мы борцы со злом. Нехорошие люди, разрази их гром. Мы рыцари, джедаи, мы борцы со злом. Нехорошие люди, разрази их гром. Так и живем, иногда бывает скучно веселиться. Работа, 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 зарплата, усмешка, виселица. Принцип производства, сами варим, сами мажем. Ты у меня еще попляшешь, будешь нашим, а для кого мы пашем? Мы сделаем так, чтобы бумажник стал толще. Таблеток нет жадности, да побольше, да побольше. Друзей, конечно, не купишь ни за деньги, ни за славу. Но бизнес есть бизнес, не пить всю другую траву. Тусовку мы продолжим от начала до закрытия. Вскрытие показалось, что Чукча умер от вскрытия. Ха-ха, смешно, все сводились за животики. Но все то, о чем я пел, могут сразу убить наркотики. Заметьте, в этой песне я не ругался матом. Я и так понятен любому дегенерату. Я сделаю культур, мультур, меня только попроси. Мне кажется, что я умнее других МС. Спасибо, ребята! Здесь был Вася В, группа «Кирпичи», Санкт-Петербург. Йоу! Peace! Чмоки!